Понедельник, первый день лета, рынок в оба. И видите, пусто, собственно, людей нету. Без туристов, без вас нету. Ничего в Алании нету. Первый день на море, пустые пляжи практически. И то же самое на рынке. Практически пусто. То есть продавцы сидят весь день. Ну, люди ходят, в принципе, только в основном по овощам, фруктам. Здесь, как вы видите, пусто практически. По вещевому я сегодня не пойду, я на вещевой схожу. Может быть, в четверг в Тосморе. Сейчас-то я просто вам показал, чтобы вы видели, что, в принципе, людей на вещевом рынке практически нет. Ну и все парки тоже с сегодняшнего дня официально открыты, то есть можно сидеть на лавочках. Но тоже они, в принципе, пустые, потому что нет детишек, потому что им нельзя выходить из дома, тем, кому до 18. У них продолжается карантин, и все детские площадки, как и парки, в принципе, они пустые практически. То есть, как бы еще карантин в какой-то степени, можно сказать, остается, но сейчас я вам покажу. Выйдем мы на море. На рынке овощном, фруктовом люди есть, но тоже сейчас немного. К вечеру будет больше. Сейчас 2 часа дня. Ну, тоже вы видите, вот пустые улицы возле рынка в оба. И как это не смешно, люди, вот сейчас светит солнце, на меня капает дождь. Такая сегодня интересная погода. О погоде я также расскажу отдельно. Отдельно будет видео с моря. Будет видео с рынка овощей и фруктов. Ну и на море тоже людей немного. Я смотрел сейчас веб-камеры на Клеопатре. На пляже Клеопатры тоже людей довольно-таки немного. Вот что значит начало сезона без туристов, люди. Ну, сейчас немножко пройдусь вдоль моря, подойду к нему наконец, уже забыл, когда был возле моря, близко, и посмотрите, видео будет одно с моря точно, я думаю, будет, и обязательно видео с рынка будет также. Алания, первый день лета, вот такая вот у нас безлюдная практически обстановка сегодня.